С наступлением декабря практически у всех людей появляется ощущение праздника. А все потому, что этот месяц у большинства ассоциируется с Новым годом, красивой елкой, гирляндами, яркими игрушками и подарками. Праздник Новый год – это волшебный праздник, который ждут и взрослые, и дети. Он так и дышит волшебством, манит блеском и яркими огнями в сказочный мир необычных существ. Этот праздник, как и все другие, имеет свои традиции и особенности. В районном центре Аулакашихабль уже красуется прекрасная елка, как символ приближения Нового года, радуя глаз жителей и гостей аула. Совсем скоро мы будем встречать этот замечательный семейный праздник в кругу родных и близких и загадывать желания под бой курантов. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашихабльского района.